Настоящий переворот в сознании слушателей решили осуществить в обычной аудитории здания научприбора. Помещение специально ничем не оборудовали. Главное не обстановка, а слова, звучащие в этих пустых стенах. Наши студенты смогут свои идеи, бизнес-идеи воплощать в реальные проекты и участвовать в конкурсах для начинающих предпринимателей. Для взращивания профессионалов открыли бизнес-инкубатор. В новом формате будут учить не как быть, а как стать успешным ИПшником. В первой группе 8 человек. У каждого своя бизнес-идея. Инкубатор поможет ее реализовать. Галина Татаринова, к примеру, на поток предложила поставить школьную форму. Жакет и юбка-брюки. Вот юбка-брюки немного новая. Новшество, которое мы принесли. Пробные модели уже заинтересовали родителей. Актуальность такого варианта дохода подтвердило и школьное анкетирование. О работе непосредственно с клиентами, то есть с родителями, которые будут являться заказчиками одежды, и сотрудничество с предприятиями. Так как предприятия чаще всего не желают загружать себя работой с клиентами, мы берем это все на себя. В процессе обучения подобные идеи превратятся в готовые бизнес-планы. Они и станут рычагом для запуска собственного бизнеса. Наша задача – поддержать вас, наша задача – помочь для того, чтобы продвинуть этот бизнес до выполнения реальных функций. Отсутствие идей для желающих обучаться в центре преградой не станет. Более десятка организаций уже изъявили желание сотрудничать с центром. Начинающим предпринимателям они готовы предложить свои уже созданные проекты. Так попробовать свои силы можно и в раскрутке интернет-магазина, и даже в создании типографии. Первые дипломы слушатели получат уже в мае. Испытать на себе эффект инкубатора могут все желающие.